Здравствуйте, дорогие друзья, с вами опять я, Клавдия Корнева. И вы видите, у меня такой красивый перчик, и красный, и зеленый, и желтенький. И я хочу его заморозить для первых блюд. Сейчас я его помою, уберу семена и начну резать. И вот я уже, видите, помыла, убрала все семена и нарезаю такой тонкой соломочкой наш перчик. Итак, я перережу весь его. Видите, какой. И вот я уже нарезала. Видите, какой красивый всех цветов перчик. И беру маленькие кулечки, которые пирожковые. И сколько нам нужно. И в один кулечек я буду накладывать. Чтобы было или на один раз супа, или на один раз второго блюда. Ну, примерно вот так. Видите. И воздух убираю. И крепко я завязываю. И так весь перчик. Видите? И вот, видите, я попаковала, очень плотно завязала. И сейчас я беру вот такой кулечек. И сюда, например, по 6 штучек я складываю, да? И опять завязываю очень крепко. И будем ставить так в морозилку. И у меня получится 2 кулечка. Очень хорошая заготовка получается. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких.